Сегодня четверг, Йом Хамиши, и с работы, с нашей, значит, было решение поехать помогать сельскому хозяйству Израиля, потому что многие на войне, и нет достаточно людей, которые будут ухаживать за деревьями, а деревья требуют ухода, и поэтому вся наша компания выехала, и мы здесь делаем прополку. Смотрите, какая красота. Это в район Беньямина. Район Беньямина. Это все плодовые деревья. В принципе, когда летом, это шесек, это мишмиш, персики, абрикосы. И сейчас нужно подготовить и очистить. После обрезки этот участок земли, чтобы был правильный полив и деревья развивались. И мы находимся сейчас, в принципе, перед месяцем Шват. Уже скоро Шаббат Мевархим, месяц Шват. И поэтому, что можно вообще, какую работу можно подумать того, что мы делаем? В первую очередь, смотрите, здесь уже есть цветочки. Деревья живые. Обязательно должны быть плоды, у дерева должны быть плоды. Но есть обрезка, которую мы все это на земле, мы все это подбирали, чтобы рядом с деревьями не было веток, чтобы полив был более правильный и можно было давать удобрения. Так для чего обрезать? Обрезку делают для того, чтобы убрать вещи, которые будут лишь мешать росту дерева. Но не каждую ветку нужно отрезать. То есть должен быть специалист, который знает, что отрезать. И поэтому то же самое, как в нашей жизни. Есть вещи, которые нам мешают в развитии. Должен быть специалист, раввин, друг, машпия, ребе, в первую очередь, который нам скажет, что нам нужно убрать, а что нам нужно удобрить. И тогда наше дерево, мы начнем расти и давать более хорошие плоды, сочные плоды. Дай Бог бы Израиль Ашем, чтобы каждый знал, что отрезать, что подрезать, а что дать, чему нужно дать подпитку. И дать вовремя подпитку. Дай Бог. Ихе Адонайну, Морейну Варабейну, Мелеха Машиаху Дунам Ваэд.